сегодня будем осматривать вот этого красавца. Среднегабаритный кроссовер Genesis GL70. Сейчас возьмем ключи, выкатим его, сделаем полный осмотр. Так, ну вот автомобиль на парковке. Я его уже полностью прошел везде, по всем проблемным точкам, где может быть что-то не так. Автомобиль полностью заводской краски, все замечательно. Нигде нет никаких подозрений на шпаклевку, либо еще что-то. То есть полностью все углы. Так, сзади смотрим. Все замечательно. Дверь я тоже все уже пробежал. Все замечательно, никаких проблем. Единственное, плохо, конечно, что она в водичке, в капельках сейчас. Полностью ее показать нормально сухую надо по-хорошему. Вот, ну и с этой стороны все то же самое. Так, сзади снимаем. Порше тут впритык стоит. Немножко неудобно. Все в идеальном состоянии. Все чистенько, все хорошо. Нет ни грязи никакой, ни царапин от чего-то. Здесь тоже все чисто, то есть ничего не возили, не царапали, ничего не делали. Нижняя часть, подкачка колес и полости. Вот, все в идеальном состоянии. Здесь тоже. То есть автомобиль выглядит замечательно. Все полностью свое родное, чистенькое. Даже не похоже, что автомобиль эксплуатировался. Все замечательно. Причем такая легкая пылинка есть. Видно, что это специально ничего здесь не мыли, не чистили, что вот такой вот он чистый. В идеальном состоянии, как его купили, так он и есть. То есть как будто ни разу даже не открывали тут ничего. Света мало на парковке, немножко плохо видно, извиняемся. Все в идеальном состоянии. Так, внутри автомобиля выглядит все как совершенно новое. Все чистенько, все хорошо. Кресло замечательно, просто практически в идеальном состоянии. Здесь тоже никаких намеков на какие-то царапины или еще что-то. То есть автомобиль выглядит совершенно новый. На руле ничего нет, никаких ни потертостей, ничего. Кожа везде, везде чистенькая, никаких ни вмятин, ни царапок, ничего, как будто только пленочки только что сняли. Так, ну, полностью все электронное, вот, то же самое мультимедиа.
ключ нужен. Мы ее просто открыли. Сейчас попросим завести, показать все. Ну, все замечательно. Так, сейчас с той стороны тоже внутри все покажем. Кресло полностью как новое, никаких нету, ни грязи, ни вмятин, ни царапин, ничего. То есть полностью машина выглядит как совершенно новая. Так, сзади то же самое, места немножко мало, не удается полностью все открыть. Ну, видно, что задняя торпеда. Карта задней двери. Тоже ничего нету, ни здесь, ни там, никаких ни царапин, ни потертостей, ничего. Так, завели нам автомобиль, смотрим пробег, все датчики, мультимедиа, все полностью работает. Здесь тоже все полностью настраиваемое, все в идеальном состоянии.